Доброго времени в суток всем, меня зовут Николай Шмычков, вы на канале SEO Quick, и сегодня мы будем разговаривать про репутацию в интернете. Сейчас в этом видео, обязательно досмотреть его, рекомендую всем до конца, я расскажу, что такое репутация в интернете, как она влияет на ваш бизнес, как ее отслеживать, как бороться с негативом, как поощрять позитив, как вообще общаться с вашей аудиторией, какие трюки для этого существуют и сколько для этого нужно денег. Смотрите обязательно весь ролик до конца, и вам все станет понятно просто до конца. Итак, мы поехали. Что такое репутация в сети? Репутация в сети – это то, что про вас говорят в интернете. Фактически, то, как обсуждают ваш бренд, ваш сервис, вашу персону непосредственно в интернете с точки зрения вашего бизнеса. Конечно же, вас могут обсуждать как личность, если у вас есть какие-то компрометирующие факты, вас могут там выкидывать все черное белье в СМИ, вы можете с этим бороться, тоже пытаться, если это бросает тень на ваш бизнес. Конечно, если эта тень на бизнес не бросает, то, конечно же, это вас не волнует. Но мы сейчас рассматриваем ту ситуацию, когда рассматривается в сети ваш бизнес и ваш бренд, которым вы занимаетесь. Итак, что такое репутация в сети? Какая она бывает? Конечно же, когда, например, вы хотите что-либо купить, допустим, вы хотите поехать, там, не знаю, на отдых, там, выбираете туроператора, или хотите пойти купить в магазине, там, не знаю, что-нибудь, там, ювелирные украшения какие-то. Когда вы интересуетесь любым там, видом покупки, что вы сейчас делаете в наше время? Конечно же, вы выбираете товар и проверяете продавца, кто он такой, и смотрите его отзывы. Вы это делаете уже машинально, то есть в 2019 году для этого, ну, в принципе, потребители это уже научились делать. Почему они научились? Из-за обмана, их обманывают в сети, их активно обманывают, никто не доверяет контекстной рекламе, не доверяют ей попросту, понимаете? Уже так активно нет такого высокого уровня доверия. Конечно, до сих пор еще есть определенный процент, который заказывают, но доверяют люди, уже выбирая конкретный магазин. И они видят обычно, когда находят отзывы, они видят отзывы нескольких типов. В первую очередь, это могут быть, в принципе, положительные отзывы, где люди говорят, ну все классно, мне понравилось, вот такого плана отзыв. Или могут показать там отзыв, вот мне не понравилось, вообще отвратительная организация, вообще не ходите туда, вот, все такое. И есть третий вариант отзыва, это его отсутствие, когда вы заходите и отзывов нет. И, конечно же, вот кого вы выберете из этих троих? Большинство людей понимают, что положительные отзывы могут быть накручены, написаны сотрудниками компании или даже банально написаны специально обученными людьми. Об этом мы посмотрим дальше в ролике. Я расскажу, кто это такие, как их искать и как их определять. Второй момент – это люди, которые могут действительно вот быть недовольными вашими услугами. Но вы сами понимаете, тут могут быть и ваши конкуренты, и те же обученные люди, которым заплатили денег. А в третьем случае, где нет отзывов, ну, однозначно вы, скорее всего, засомневаетесь вообще что-либо там покупать. Вы, наверное, смотрите этот ролик и можете подумать, окей, это, наверное, меня не касается. Да, каких ниш бизнеса это, конечно же, касается. Если вы продаете семечки на рынке, скорее всего, может быть, вас это и не коснется. А вот если вы продаете, допустим, очень дорогую продукцию, например, автомобили, квартиры, вы какой-то там брокер, риэлтор, не знаю кто, делаете услуги в B2B бизнесе по большим стоимостям сделок, то здесь отзывы имеют решающее значение. Как говорят, в бизнесе важна репутация, и в этих нишах она колоссально важна. Во-вторых, это касается любых косметологов, любых медицинской сферы направлений. Все, что связано с медициной, где это может повлиять на жизнь человека, на его здоровье, на его самочувствие. Здесь даже на самые маломальские услуги, даже на мизерные услуги, где вы зарабатываете копейки, репутация может иметь просто ошеломительно как позитивный, так и негативный успех. Любой негативный отзыв в этой нише имеет просто разрушительные последствия для целого бизнеса. Ну и третья ниша, на которую я бы обратил внимание, конечно же, это юридическая. В юридической нише стоимости сделок обычно не сильно высоки, но если вы действительно в этой области профан, ну, делаете ошибки, не специалист, вышли на эту нишу, то столкнулись с акулами в высоком уровне конкуренции, то однозначно решение будет приниматься не в вашу пользу. Ну и, конечно же, следует понимать, где еще отзывы, конечно, важны. Да, в принципе, в любой нише, где встречается больше, чем, как минимум, мы насчитали, больше, чем там 5-6 вариантов, где можно купить, либо заказать услугу, где можно выбрать исполнителя.
Если есть выбор, пользователь начинает смотреть и сравнивать. И здесь отзывы имеют решающее значение. Почему? Да потому что 9 из 10 сейчас уже проверяют отзывы. Во-вторых, более половины пользователей проверяют отзывы на, ну, где-то 3-4 отзыва просматривают в интернете. И обязательно не всегда на одной площадке. И третий момент. Где-то чуть меньше половины обращают внимание на отзывы, если они не старше одного месяца. Если таких отзывов нет, это тоже заставляет засомневаться. Значит, скорее всего, компания эти отзывы в какой-то момент накрутила и новых не публикуется. Да, это тоже можно распознать, и пользователи научились эти трюки распознавать. Итак, мы проговорили, что такое отзывы, мы проговорили, какие они бывают и каких ниш они касаются. И сейчас мы разберем, а как ними управлять. Думаю, после просмотра этого ролика вы сейчас ринетесь на рынок труда искать себе этого менеджера, который будет заниматься управлением репутацией, либо решите это все делать сами, как мы это делали в свое время. Действительно, потому что нас тоже коснулась эта проблема, мы столкнулись как с негативом по нашей вине, так и с негативом, конечно же, не всегда по нашей вине. Я расскажу про трюки, про черные трюки, с которыми мы столкнулись на сегодняшний день, как мы с ними боролись, это все будет в нашем видео, так что обязательно досмотрите до конца. Если у вас есть действительно проблемы с репутацией, вы ищете такого человека, напишите нам в комментариях просто, да, меня это тоже касается банально, там типа, да, есть такая же проблема. Напишите в комментариях, рассмотрим, сколько нас таких, у которых действительно проблемы с репутацией в сети. Ну а сейчас мы разберем, что конкретно нужно делать в этой сфере. В первую очередь, вы должны научиться искать площадки, где размещают отзывы о вас. То есть нужно научиться их искать. Конечно же, нужно искать не только площадки, которые находятся в топе, но и те площадки, которые критично важны для вашего бизнеса. Второй момент, нужно научиться реагировать на негатив. Нужно научиться давать официальные ответы, а клевету откровенно удалять. То есть научиться бороться с клеветой и, ну, в юридическом, конечно же, поле. И научиться давать официальные ответы, где действительно у вас, ну, вы накосячили или накосячили ваши сотрудники. Это тоже может быть. Решать ответы так, чтобы клиент был доволен. И, конечно же, вы должны научиться действительно создавать репутацию в сети. Вы должны научиться создавать пиар-материалы. Вы должны научиться делать банальные там репутационные какие-то ответы о себе, то есть рассказывать кейсы, то есть вот такого рода информацию, то есть обязательно про себя говорить. Итак, давайте разберем конкретные скрипты, как нужно действовать, в какой ситуации. Возьмем в первую очередь ситуацию, про вас есть в сети негатив. Вы не знаете, где он, но его нужно найти. Как это сделать? Конечно же, нужно использовать поисковые операторы. И сейчас я вам покажу, как это сделать, если вы, конечно, об этом не знаете. Итак, урок первый. Мы научимся, как искать отзывы о себе. Конечно же, это простой трюк, вы, думаю, о нем знаете. Самый банальный способ. Берем ваше название бренда. Давайте ради интереса проищем SEO Quick и вобьем слово «отзывы». И, конечно же, все, что мы видим, здесь можно выловить непосредственно все отзывы. В первую очередь обращаем внимание на отзывы на Google картах. Почему? Потому что на них обращают больше всего внимания. В первую очередь на эти отзывы их несложно искать. Они существуют. Более того, они могут выводить отзывы о компании непосредственно здесь. Даже не знаю, если вы возьмете там розетку, там, например, вы увидите. Так, розетку он не выводит. Розетка. Угу, странно, не выводит розеточку. А давайте-ка проверим Foxtrot. И Foxtrot не выводит. Не выводит на Google картах. Ну, давайте попробуем любую местное кафе. Сейчас выберем какое-то там помодоро. О, выводит. И как вы видите, он выводит не просто, он ищет еще отзывы в интернете. Вот можно перейти, и вот эти площадки их выводят непосредственно в выдаче Гугла в расширенном сниппете. И можно посмотреть там на таких вот сайтах непосредственно информацию о ком-либо. То есть на самом деле есть отзывы, общие агрегаторы, как вы видите, у них огромное количество отзывов на Google картах. Но есть некий портал Отзывик, у которого низкий рейтинг почему-то в этой организации. Кстати, хорошее кафе, рекомендую. Вот. И вот здесь всего 21 отзыв.
То есть, как вы видите, площадка 1, площадка 2 видна в Гугле. То есть, теперь, если мы еще видим, есть еще, обратим внимание на выдачу, на выдаче существуют еще такие, вот видите, рейтинги. Эти рейтинги – это расширенный сниппет для сайтов с отзывами. И как мы видим, есть расширенные сниппеты на Фейсбуке, расширенный сниппет на том же самом отзывике и расширенный сниппет на TripAdvisor. Но TripAdvisor здесь почему-то не включен. То есть, Google его посчитал не таким полезным. Также существуют другие площадки, где мы рейтингов не видим. Мы можем посмотреть, где есть отзывы. Конечно же, вы можете заметить, что не всегда выходят отзывы там, где нужно. То есть, поэтому самый простой вариант, конечно, выловить, да, это, конечно, выловить все сайты, где есть рейтинги, и сохранить их себе в избранное для того, чтобы с ними работать. Если же их становится ловить куда сложнее, то, само собой, вы можете воспользоваться расширенным поиском, кто смотрел мое видео. И у вас, допустим, вот нужно искать со словами «помодоро», то есть с любыми словами «помодоро», или там пишем через запятую, а нет, просто мы пишем «помодоро», «помодоро», ну и само собой со словом «отзывы», «отзывы». И теперь мы видим, чуть-чуть оператор выглядит по-другому, да, и теперь мы видим четко все отзывы, где оно есть. То есть, но мы можем сузить ситуацию, потому что тут может быть все что угодно. То есть, какие слова нам точно не нужны. То есть, например, здесь мы видим там за и против. То есть, мы видим, в принципе, много отзывов. И, конечно, вот мусор. Вот видим вот такие вот варианты. Для того, чтобы их избежать, я бы искал в заголовках страницы. Обычно заголовки страницы являются более точными. И сейчас мы видим в интернете 2480 результатов. Урок 2. Нужны ли нам все площадки, где есть отзывы? Да, нужны для первого раза. Конечно же, их желательно сохранить. Чтобы вывести, конечно, весь этот список, ну, конечно, нужно прилично постараться. Но не все, конечно, нам площадки нужны, потому что здесь есть не все. То есть, Помодоро нас интересует Одесса. Поэтому я бы, конечно же, сделал поиск расширенный, вот в частности, Одесский. Да, его нужно сузить. То есть, отзывы Одесса. И, допустим, вот теперь мы его поищем. Ага, Google теперь ругается, говорит, что типа, ну, наверное, это не мы. 28 страниц. Как их все сохранить? Конечно же, есть самый простой способ, где это сделать. У нас есть соответствующий скрипт. Мы ним пользуемся активно. И мы можем сейчас результаты попросту вот сейчас сохранить. Откроем Excel. И в Excel его сейчас вставим. Вот, пожалуйста, площадки у нас все сохранены. Теперь мы с ними можем полноценно работать, регистрироваться на них, отправлять их нашему SERM-менеджеру, чтобы он за ними следил и с ними работал, с этими площадками. Конечно же, здесь очень много всего, то есть можно сказать, да, так много, то есть окей. Следующий урок мы сейчас рассмотрим после короткого такого перерыва. Я объясню, что нужно будет сделать вашему контент-менеджеру. Ему нужно будет, во-первых, на каждую площадку зайти. То есть берем просто отзывик, например, заходим. Нужно будет зарегистрироваться, сообщить вашу организацию, что это вы обязательно, то есть сказать, что это вы. И это ваша организация, и вы будете давать официальный ответ. И, само собой, отвечать официально от имени компании. Почему? Потому что вы обязаны отвечать официально на любые запросы. То есть, смотрим дальше. Так, переходим на каждую площадку. Мы можем встретить ваши площадки, например, ваша же страничка Фейсбука. Ее, конечно, не нужно обращать внимание. Мы можем увидеть дубли. Либо ненужные площадки, конечно, могут выпадать там лишние варианты. Но мы видим, что, допустим, дубли. Но здесь видим, что разные два ресторана. Значит, одна регистрация, нужно следить, сказать, что это оба наших ресторана. Ну, то есть, дубль ГИС, то есть, точно так же нужно сказать, что это мы. То есть, работа заключается в том, что нужно везде зарегистрироваться и доказать, что это вы сами. Если вы видите, что здесь явно есть не ваше кафе, конечно же, его исключить. Это был первый урок, очень простой. Как искать репутацию о себе, точнее искать площадки и зарегистрироваться на них.
В дополнение к первому уроку я скажу обязательно, что регистрироваться на площадках нужно самостоятельно, не отдавать это на аутсорс. Все регистрации должен сделать ваш секретарь. Он должен взять полученный список, который вот мы нашли, зарегистрироваться и сообщить, что это вы, что это ваша компания и что вы такой есть. То есть в первую очередь вы увидите, что здесь есть Яндекс.Карты, Google-карты, справочники вашего города. С ними регистрация обычно такая муторная, требует подтверждения, обычно на номер телефона. Ни в коем случае не отдавайте это на аутсорс. Этот процесс должен быть завязан на вашем бизнесе. Почему? Потому что эта работа проводится исключительно сотрудниками вашей компании. И все данные являются конфиденциальными и связаны с вашим бизнесом. Если вы его отдадите на аутсорс, вы можете получить все что угодно, вплоть до того, что ваш бизнес могут угнать и продать конкурентам и закидать негативом. И вы ничего с этим не сможете сделать. Поэтому репутация должна быть только на ваших аккаунтах. Аккаунтах, зарегистрированных на ваши почты, на ваши рабочие телефоны. Итак, урок 2. А если репутации о вас нет? Вам нужно собрать список площадок, где нужно регистрироваться. Как это сделать? Смотрите дальше, и все станет просто понятно. Мой второй урок будет по поиску тому, если про вас нет никаких отзывов, и вы не знаете, что вам делать, где регистрироваться, с чего начинать. Конечно же, вам нужно узнать, кто ваши конкуренты. Например, мы возьмем пиццерию Помодоро Одесса, в данном случае. Мы на ней сегодня будем работать. Кстати, очень вкусная пиццерия. И мы по ее сайту, по примеру, пройдемся и посмотрим, как это делается. Мы переходим непосредственно на Ахревск. Кстати, Помодоро мне не платила за эту рекламу. Я просто люблю туда ходить кушать пиццу. Зайдем на их сайт. Посмотрим, как у них идут дела, но нас интересуют страницы конкуренты. Да, кто не в курсе, сервис Ахревс. Ссылочка на описание сервиса будет в описании, кто первый раз на него видит. Мы видим конкуренты, с которыми идет максимальное пересечение. То есть наша задача — те сайты, с которыми действительно идет пересечение. Star Pizza, Pizza.ua, так сказать, Smile Food. Обратим внимание, что есть еще вот такой вот вариант, это почему-то он считает за дубль. Шаурман, Олео Пицца, Пицца 33, Мафия Киевская, но она уже, Доминос. Итого, вот мы видим нашу выдачу. Вот наша выдача, мы на нее смотрим. То есть Star Pizza, Pizza от US, Smile Food, все вроде бы одесские, да, одесские пиццерии, все с моего родного города. Сейчас возьмем их все, сохраним. И вот эти вкладочки мы сейчас скачаем. Так, вот мы на них будем смотреть. Так, что мы имеем? У нас есть список вкладок, с которыми мы работаем, чтобы я их не потерял. Итак, как мы будем искать? Искать будем тем же методом, как мы искали в прошлый раз. То есть мы сейчас зайдем и поищем отзывы о этой пиццерии, то есть как мы их искали по поиску. То есть мы вернемся назад, вот наш запрос, мы его запомнили, all entitled отзывы и ключевые слова, которые нас интересуют, все что мы ищем. Только теперь мы подставляем название брендов наших конкурентов, все очень просто. То есть переходим, смотрим Star Pizza Cafe и здесь мы делаем то же самое. Пожалуйста, заходим в расширенный поиск, не буду вас томить. Мы пишем здесь Star Pizza, Star Pizza, Star Pizza. Ну, по идее, вот так. Угу. Так, видим, что вывалился мусор. Tokyo Star, нас он не интересует. Есть еще какая-то Royal Pizza, тоже вылез конкурент, кстати, тоже неплохо. Давайте посмотрим настройки поиска. А, настройки поиска у нас все хорошо. Давайте вот расширенный поиск. Star Pizza. Будем более так детально смотреть. И вот мы видим отзывы. Их всего 9. 9 площадок. Где мы их находим? Мы берем все эти площадки тем же методом, как мы их сохраняли первый раз. Открываем наш Excel файлик. И добавляем сюда. Следующий бренд мы берем. Кто у нас следующий?
pizza.od.ua. Вот с ней чуть-чуть повозимся. Почему? Потому что здесь нужно будет, ну, чуть-чуть реально повозиться, потому что pizza.od.ua, ее могут искать просто как pizza.od.ua, слитно через точку, через раздельное. Здесь гораздо сложнее, когда бренды вот такие сломаны. Поэтому мы ищем, поищем pizza. Вот так, как она пишется, как бренд. 17 результатов. А если мы напишем ее вот так? 18 результатов. Немного, но мы тоже берем их и сохраняем. Кому интересно, как работает этот скрипт, напишите мне в телеграм-канале, в нашей группе. Я вам его там опубликую. Следующий бренд. Smile Food, пожалуйста. Со Smile Food все просто. Почему? Потому что мы его можем искать по-русски, по-английски. Поэтому, я думаю, мы его быстро найдем. Чем более тщательно вы здесь будете искать, тем лучше. Так, с любыми из этих слов. Smile Food или Smile Food. Итого, сколько мы нашли? 13 площадок. Мы сейчас качаем все эти 13 площадок попросту себе. И так далее. Не буду утомлять вас этой долгой работой. Я добавляю здесь одну новую колонку, называю ее домен. Теперь я беру наши площадки, где мы уже есть. И добавляю их вниз. Зачем я это делаю? Моя цель сейчас избавиться от дублей. Сейчас мы выделяем все площадки, которые здесь есть, допустим, в зелененький. Это те, которые, допустим, мы уже зарегистрировались. Ну, мы сделали, зарегистрировались как компания. То есть здесь нас нет. Соответственно, наша задача разобрать, что это за площадки. Мы берем эти все площадки, копируем, вот как они есть. Вот просто все целиком копируем. И заходим на наш очень полезный сервис SEOquick.com.ua. Мы сейчас на него зайдем. Заходим в утилиты. Заходим в наши утилиты SEOquick. И ищем получение доменов из списка URL. Простейший. Вот можете посмотреть инструкцию на него. Но мы заходим на этот простой тул, который безумно нам помогает. Мы вставляем сюда все ссылочки. Нажимаем конвертировать, нажимаем копировать, вставляем все эти домены. И вот, мы получили домены, здесь URL, здесь title, здесь description. Итак, что нам нужно? А наша задача убрать дубли. Всего-то. Единственный момент, мы чуть-чуть неправильно сделали. Мы добавили этих товарищей в конец, а на самом деле они должны быть вот так. Почему я так сделал? Потому что те, где мы уже зареганы, нам не нужно тратить время. Поэтому мы сейчас берем, выделяем все. Так, кому не видно, поднимем выше. Нажимаем сейчас удалить дубликаты. И, конечно же, наша задача выбрать только домены. Итого, вот где нужно зарегаться. Вот этот списочек, где нас нет, а на всех остальных местах мы есть. И как мы видим, здесь не так-то и много. Здесь какой-то сайт, который сделан через поддомены. Это явно мусор. То есть мы его можем смело выкинуть из общего списка. Здесь тоже через поддомен. Ну, хотя, в принципе, я бы оставил чисто для того, чтобы посмотреть, что это за Relax.ua. Просто потому, что есть такой сайт Relax.ua. И посмотреть, вот здесь какой-то hook.com.ua, то есть, и увидеть, что есть еще другие площадки, которые можно... Помните, чем больше вы конкурентов переберете, тем более уникальных площадок вы выловите. Да, даже вот Яндекс.Карты здесь, вот видите, вот такие вот нюансы, как вот повторяющиеся домены, то есть тоже можно смело исключать, потому что это мусор. Напоминаю, как я это делал, старайтесь в поиске, чтобы выводилось не 10 результатов, а гораздо больше. Это делается здесь, настройки, настройки поиска. И вот этот бегунок. Вы можете сделать хоть 100 результатов, но следует помнить, что будет капча, все тому подобное, будет встречаться. Я делаю обычно на 50, но в принципе на сотню гораздо лучше. Вот.
То есть, если сотня, ну, точно все зацепите, ну, ничего пустого не пропустите. Итак, площадки выловили, везде зарегистрировались и, конечно же, получили свои площадки для размещения отзывов. А теперь мы переходим к следующему уроку. Мой следующий урок будет касаться уже готовых инструкций для вашего CRM-менеджера. И мы разберем, что конкретно он должен делать, конкретно чем он должен заниматься. Вот у вас есть площадки, вы на них зарегистрировались, но они пустые, на них нужны отзывы. Где-то отзывов нет вообще, где-то парочка негативных. Сейчас мы будем работать по отзывам, как должен работать CRM-менеджер. Итак, мой следующий урок будет заключаться в том, что если вы вроде бы нашли площадки, где размещаются конкуренты, но он все равно негатив откуда-то на вас прилетает. Что нужно делать? Нужно взять мой второй урок и просто использовать другие поисковые операторы. Я не буду это показывать на экране. Я думаю, любой знает, как работают подсказки в Google и в Яндекс. Когда вы начинаете вводить текст, он предлагает варианты. И просто вбивайте название продукции, которую вы продаете, слово «отзывы». Вбивайте там название компании, там «отзывы». Там все подсказки, которые будут вылетать, однозначно следует точно так же. Парсить, собирать варианты ссылок, проверять, где можно оставить отзыв и, конечно же, с ними работать. Единственный момент, что если в первом варианте это четко площадки, с которыми нужно представить себя как бренд, то во втором случае нужно просто регистрироваться и за этими площадками следить и на них вовремя реагировать. Как же следить за таким огромным сонным сайтом? Как нужно это делать? Что нужно сделать для того, чтобы вовремя получать? Конечно же, если вы зарегистрируетесь на всех подобных площадках и воспользуетесь банально функцией подписка на e-mail, вы будете получать уведомления. Создайте отдельный e-mail, на который будет сыпаться подобное репутационное информирование, и следите, перебирайте эти письма. Да, будет сыпаться куча спама, но вы будете выбирать точно только то, что нужно. Во-вторых, можно воспользоваться тем же поисковым. Можно воспользоваться поиском и вылавливать поиск только тех отзывов, которые нужны. Сейчас мы об этом поговорим. Здесь, конечно, чуть-чуть все по-другому, но мы разберемся, как работать с негативом и в этом случае. Например, если отзывы идут не конкретно на вашу компанию, а на продукт, который вы продаете, допустим, это ваш личный продукт, то есть вы его производитель, либо его официальный поставщик. Итак, в дополнение к моему уроку, что я говорил по поводу отзывов, конечно же, можно пробить непосредственно запросы, связанные с названием продукции, например, SEO продвижение, отзывы, допустим, можно увидеть там сайты, которые продвигаются по этим запросам и смотреть, как кто пишет. И, конечно же, эти площадки, можно за ними следить. В первую очередь, на что нужно обращать внимание, смотрите всегда на количество. Ну, вы не будете перебирать такое количество площадок, поэтому следите внимательно на то, что выходило за последний месяц. За последний месяц обычно площадок будет гораздо меньше, и с ними работать гораздо проще. Вы можете следить за конкурентами, за само собой, там, за каких-то оптимизаторами, то есть за какими-то другими конкурентами, что про них происходит. То есть вовремя реагировать на конкурентов, вовремя реагировать, если упоминают вас, вашу компанию. По поводу вашей компании я уже говорил. Вы можете точно так же вбить, допустим, запрос, там, отзывы SEO Quick, например, да, вот банально, да. Все же интересуются этой темой. И посмотреть, какие отзывы есть. Само собой, вы увидите, допустим, пропускаете сайты такие, 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 и там попадаете на те сайты, которые вас интересуют. То есть, если вы находите такие публикации, окей, шикарно, и общаетесь. Итого, если мы так смотрим, то есть вот таким методом мы можем вылавливать свежачок. Почему? Потому что количество прилично сокращается, перебрать там небольшое количество площадок очень легко. Поэтому если мы возьмем отзывы нашей помодоры, той пиццерии, с которой мы смотрели, мы посмотрим вот свеженькие отзывы. Например, вот можем перейти на этот tomato.ua и посмотреть свеженькие отзывы на этой площадке. Где же вы? Мы попали, а отзывов не видим. Вполне возможно, что здесь работает отблок не очень удачно. Хотя мы и отзывов не видим. Странно. А страничка-то в топе, а отзывов нет. Ну, пропускаем, смотрим. Отзывы на Delivery Club. Давайте посмотрим. Мы его в площадке уже включали, но очень что долго грузится. Пока он грузится, посмотрим дальше. И теперь обращаем внимание, что когда мы вбивали подсказки, есть еще отзывы сотрудников. Негатив про вас могут плодить не только клиенты. Поэтому будьте добры, изучайте этот запрос тоже. Почему? Потому что отзывы сотрудников всегда интересуются. То есть они могут быть достаточно старыми. То есть поэтому здесь я бы смотрел этот запрос в таком формате.
отзывы сотрудников и искал бы его вместе. Но так как, смотрите, сотрудников и отзывы могут находиться в разных разделах, поэтому берите этот запрос в кавычки. Кавычки – это поиск непосредственно по фразе. То есть, и вы можете посмотреть все варианты, как говорят про ту или иную компанию. Как видим, негативных отзывов здесь нет, можно легко проверить. Ну, давайте возьмем, допустим, кто айтишник, знает контору EPAM, и посмотрим отзывы сотрудников о некой компании EPAM. Есть такая компания, и на нее, допустим, вот есть отзывы сотрудников. То есть видим, что жалуются. Ну, не нравится, наверное. Я вот на нее наткнулся однажды на одном из сайтов. И это не значит, что там все плохо. Нет, это значит, что есть какие-то недовольные сотрудники, которые уволились и пишут соответствующую, ну, портят репутацию. Как в таком случае, конечно же, бороться? Это мой четвертый урок. Как бороться с негативом от ваших ушедших сотрудников? Следует помнить, что клиенты знают о вас только снаружи, то есть они видят только фасады прилавок. Сотрудники видят кухню, сотрудники знают руководство, знают всех, кто чем занимается, и могут вынести грязное белье, в отличие от клиента, который видит только репутацию вашу, которую вы на фасаде нарисовали. Самые негативные, самые злые отзывы – это обычно отзывы от недовольных сотрудников. Поэтому, ну, мои простейшие советы кадровому менеджеру и вам – это будет всегда расставайтесь с сотрудниками на хорошей ноте, выплачивайте все, что вы ему должны. Само собой, ну, если он действительно там вас не устраивает, ну просто скажите, ну, расходимся своей дорогой и все тому подобное. Если же вы видите, что, ну, совсем человек негативный, то если у вас такие ситуации, что у вас такой проблемы при приемом на работе, заключайте договор, да, там о неразглашении, о порче репутации. А в случае того, если там выкладывается информация, которая является коммерческой тайной, да, однозначно подавайте иск. Обычно сразу после этого отзывы удаляются, затираются и про них все забывают. Более того, к ним они являются фактически, их тиражирование является уже незаконным, если такое происходит. По поводу, как бороться с, ну, с такой информацией в сети, как подавать на клевету в интернете, то есть все делается через суд, все это делается через Google и через Яндекс, через соответствующее обращение. Я в прошлом видео это рассказывал, посмотрите его обязательно. Итак, отзывы сотрудников тоже нужно мониторить постоянно. Бороться с ними, само собой, не позволять, чтобы такое происходило однозначно. Почему? Потому что эта проблема больше не самой компании. В компании всегда будут уволенные, недовольные сотрудники, особенно если там большие зарплаты, недовольные сотрудники будут там всегда. Но вот проблемы будут заключаться в том, что если сотрудники пишут такой негатив, значит, вы с этим не боретесь. То есть старайтесь изначально пресекать вот эти отзывы на старте, на корню, чтобы до них дело не доходило. Обязательно на них нужно давать официальные ответы. Обязательно. То есть, если учтите, что если вы не сможете дать если с клиентом можно решить вопрос полюбовно, то с уволенным сотрудником можно решить вопрос только в юридической плоскости. Ну, то есть банально там перевести все в клевету, перевести все непосредственно в разглашение коммерческой тайны. То есть, если такие вещи нарушаются, ну, то есть, если действительно он перешел грань, черту, то такие отзывы нужно обязательно требовать, чтобы они были удалены. Однозначно. То есть, эти моменты, ну, по-другому вы никак не разрулите. Ну, просто. Если у вас есть подобные ситуации, как вы их разрулили, напишите в комментариях. Только в законной плоскости. Никаких там угроз, ничего не надо мне рассказывать, что вы это делали. Итак, мы сейчас переходим к следующему этапу. Это то, как нужно действительно искать отзывы непосредственно по конкурентам. То есть мы объяснили, как искать отзывы по себе, а теперь нужно, как искать отзывы конкурентов. Следует помнить, что не только вы на рынке, и конкуренты то же самое могут делать. Если вы будете использовать те же самые поисковые запросы, которыми пользовались до этого, но подставлять имя конкурента, то есть банально, то есть если мы смотрели, конкурентов можно искать в том же Хревсе, можно их самому перебрать ручками, да, конечно, знать в списке конкурентов для вашего бизнеса это нормально, то есть вы выходите на рынок, вы должны знать каждого в лицо. И вы должны смотреть, каким интервалом делаются отзывы. То есть, если мы зайдем, допустим, в StartPizza отзывы, нас интересуют, конечно же, площадки, где, с каким интервалом делались отзывы. Даже вот можем посмотреть, что здесь были отзывы на форуме. Кстати, очень важно, видите, StartPizza писал так, а нужно было еще писать вот так, StartPizza кафе. То есть, нужно было еще вот эти площадки собрать отдельно. Почему? Потому что это название бренда. 40 площадок на минуточку есть. Вот. Today.ua форум, кстати, повторяется. Foursquare, кстати, уже давным-давно почивший. Ну, бог с ним. А вы, когда смотрите на вашего конкурента, обязательно смотрите,
отзывы за последний месяц. Вот есть только один форум, как мы видим, активно, да, то есть все остальные отзывы достаточно устаревшие. Так, и какой-то очень слабый. Star Pizza Cafe. И мы видим, что здесь вот есть не совсем свежачковые, но и есть и свеженькие отзывы. Бах, негатив там, бах там. Видите, какой интервал. Площадка, конечно, не очень. То есть вы видите, что негативные отзывы здесь плодятся так себе. Ну, вообще плодятся так себе, и, конечно, очень много негатива. Последний. То есть ваш конкурент не занимается этой площадкой. Будьте добры, на этой площадке про вас должен быть позитив. Если и про вас здесь будет негатив, конечно, это катастрофа, ну, если такая ситуация. То есть следует так помнить, что такую площадку тоже нужно рекомендовать для того, чтобы на них оставляли отзывы. Теперь, если мы возьмем, допустим, по-другому написание. Ой, Star Pizza Cafe. Star Pizza, если мы так поищем. Ага, ничего нет. Ничего нет, ничего нет. Так, 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 это сама Star Pizza. Ничего хорошего не видим. То есть, в принципе, за месяц мы выловили только одну площадку. Если мы возьмем, допустим, банально тот же Star Pizza отзывы и поищем их за месяц, мы увидим, что тут у нас была доставка пиццы в Хмельницком, Одесский форум. Ну здесь видим без Star Pizza. То есть мы видим, что практически больше нигде не упоминалось. То есть за месяц всего одна площадка. То есть фактически, ну, не самый лучший вариант для разбора. Если мы возьмем, допустим, не будем брать конкурентов по цеху, возьмем, давайте кого-то там, любую фирму, давайте Foxtrot. Посмотрим отзывы за месяц, мы увидим, ну, здесь площадок побольше, потому что я говорил, ниша электроники более активна, ниша здравоохранения более активна, ниша, возможно, даже там покупки автомобилей тоже более активна. Я вот с электроникой знаком, и здесь мы видим вот такую, ну, палитру просто. Что это такое? Вы зашли, увидели какой-то классный сайт, да? Это реально сайты-агрегаторы. На них люди торгуют, на них люди получают отзывы. То есть давайте так разделим по логике, какие бывают сайты. В первую очередь, это могут быть сайты, которые действительно принимают отзывы. То есть на них, кроме отзывов, нет ничего. Здесь люди приходят и без конца жалуются. На этих площадках негатива гораздо больше, чем позитива в нормальной ситуации. Без шуток. Сайты, которые агрегируют отзывы, на них люди приходят, чтобы выругаться. Чтобы, как говорится, прийти и исповедаться. Мы так это называем. Позитив там обычно реально накрученный. Без шуток, эти сайты негативные, на них сплошной негатив. Единственная тактика с ними работать, эти сайты, на них нужно давать официальные ответы. То есть сейчас посмотрим, делает ли это Foxtrot. Не сделал. Сделал. Мы видим. Сделал, сделал, сделал. Пожалуйста, Foxtrot, обратите внимание на свежий отзыв, который написан. Ну, я думаю, он обратит внимание. Обратите внимание, здесь все есть, то есть адреса. На какой магазин конкретно, то есть видите, этот агрегатор агрегирует все отзывы по всей Украине по этому магазину. В целом вы можете посмотреть, с каким интервалом, ну, приваливается негатив, вы можете понять, ну, действительно, ну, какое количество клиентов. Следует помнить, что негативных клиентов обычно не сотни, не тысячи там, из тысячи покупателей. То есть не все могут быть негативны. Негативных обычно немного. Те, которые пишут отзывы, ну, в принципе, большая часть как раз негативных клиентов и пишет отзывы, что их что-то не устроило, им не решили проблему. Негативные отзывы – это камень в огород категорийному менеджеру и сервису. То есть категорийный менеджер должен, в принципе, в магазине решать эти вопросы на момент покупки на старте, то есть стараться их загладить. Надо читать, конечно, тематику, я не могу сказать. Ну и, конечно же, менеджмент организации выявляется сразу в негативных отзывах. Можете выловить все свои косяки, все свои проблемы. И на сайтах-агрегаторах, которые вы выловили, вы должны отвечать, обязаны отвечать, вот так, как я вижу сейчас, ответил Foxtrot. Вы не должны просить каких-то левых людей писать, комментировать, спамить, говорить, он ты дурак, там нет. Нужно делать именно так. Нужно делать официальные ответы, как делает это Foxtrot. Вот сейчас на нашем примере. Они молодцы, пишут все юридически правильно, представляются. Ну, то есть, как нужно правильно делать официальный ответ? Обратите внимание, нужно поздороваться, поблагодарить,
Нужно извиниться. Нужно сказать, что конкретно ему нужно сделать, что ему нужно сделать, чтобы решить свою проблему. То есть на самом деле ему нужно реально доказать, что это, во-первых, он покупатель, во-вторых, ему нужно обратиться, и в-третьих, ему нужно решить свою проблему. И ему сообщается телефон, где он должен проблему решить. Если такого ответа нет, значит, скорее всего, отзыв проигнорирован и вряд ли у вас что-то купят. Если человек не свяжется с ними, площадка имеет право обратиться внимание, что на эту площадку говорит, что мы связались с ним, на связь он не вышел. Просим там написать ему еще раз, напомнить. Там типа, если реакции никакой нет, это все надо делать, документировать, даже можно нотариально заверять письмо. Потом нужно нотариально писать площадке, чтобы они удалили отзыв, значит он фейковый, значит он не настоящий. Следует помнить про этот момент, что вся репутационная работа должна проводиться именно в этом ключе, если с вами не связались. Целью должен этот товарищ удалить свой отзыв. Посмотрим, решены ли тут проблемы. Кстати, вот удивительно, эта площадка должна давать ответы, что вопрос решен. Это вот есть на следующем сайте, который мы рассмотрим. Следующий сайт – это сайт, на котором люди покупают товары. И вы здесь заметите, что здесь позитива гораздо больше, чем негатива. Сравните, пожалуйста, раз и два. Как, здесь словно вообще катастрофа. Ну, вообще люди не покупают. Смотрим здесь ситуацию. 526 отзывов. Пожалуйста, и смотрим, какие отзывы в целом. Сколько отзывов негативных, сколько позитивных. Процентное соотношение совсем другое. Что здесь пишут? Здесь чаще всего пишут конкретно. Рекомендуют магазин, не рекомендуют. И говорят, что не понравилось. То есть пишут, что понравилось, что не понравилось. Здесь отзывы могут быть на модерации. То есть если люди написали отзыв, а им не ответили, отзыв может быть потерт. Следует знать, что даже на положительные отзывы нужно отвечать. То есть точно так же, то есть можно говорить, что купили, что не купили в этом магазине, рассказывать конкретно негатив. Ну и сейчас посмотрим, как тут ситуация обстоит с негативом. Здесь единственный что момент, раньше было удобнее выбирать на этой площадке негативные отзывы, то есть их можно было с легкостью отсортировать, теперь приходится, не помню, по-моему, только так листать. Вот, есть негативный отзыв. И здесь мы видим, что вот на него дан официальный ответ. Дан совсем недавно, скорее всего, он, наверное, даже и не решен. Давайте перейдем далеко куда-то в глубину. Так. Здесь тоже не видно, что вопрос решен. Как обычно, площадки должны такого рода реагировать. Да, если вопрос решен, нужно обращаться, чтобы отзыв был там, удален, либо там, был отредактирован, что вопрос был решен. Хотлайна, видите, ситуация следующая. Здесь отзывы, видно, что покупали, какой номер заказа. То есть здесь вся информация есть. Площадка, которая является это, здесь нет никакой информации, кроме того, что напишет пользователь. То есть по факту здесь нет ничего полезного для потребителя. Он не может проверить, настоящий это отзыв, накрученный это отзыв, конкурентом или самим владельцем компании. То есть, например, благодарность, да, допустим, ну все классно. Вот, например, вот есть позитивный отзыв, да, написал какой-то клиент. То есть, окей, написал. Настоящий там отзыв, не настоящий. Вы не проверили. Здесь вы, конечно, чуть-чуть больше можете проверить, потому что здесь есть пользователи, можно на них перейти, посмотреть, кто это такой. Ну, то есть, есть более какая-то детализированная информация. Поэтому с такими площадками, ну, конечно, работать проще. И на них вы обязаны реагировать мгновенно. Почему? Потому что именно эти площадки, где происходит иногда и покупка, и если они еще и хорошо ранжируются, они есть хороший трафик, то само собой они и представляют собой определенную ценность. И сейчас мой следующий урок. А как проверить, ну, площадки, какие из них, ну, нужно уделять много времени, а какие нет. На примере нашей пиццерии. Пожалуйста, помните, мы сделали выгрузку по доменам? Да, мы сейчас скажем, какие эти площадки, насколько они хороши. Мы копируем все наши площадочки, которые мы здесь изучили. Переходим в тот же сервис Ahrefs. Заходим в Batch Analysis. Кстати, кто спрашивал в прошлом видео, как анализировать ссылки, это ответ на ваш вопрос. Скачиваем результат. Итого. Мы получили метрики, те самые, которые нам нужны. Мы сейчас забираем их себе в нашу
табличку. Расширяем фильтры. Ну и, конечно же, можем отсортировать по потенциальному трафику. Какие площадки являются наиболее трафиковыми, какие нет. Конечно же, такие площадки будут в топе. Ну и вот мы увидим те площадки, ну, на которых ну, безумная активность. Ну, то есть, где есть трафик. Дубли площадок, само собой, можно поубивать. Мусорные площадки можно поубирать. Таким образом, можно повыбирать. И увидеть те площадки, ну, с которыми действительно нужно работать. Где нужно следить за отзывами. Однозначно нужно за ними мониторить. Вы увидите, что тут есть даже Яндекс. Да, даже иногда на нем может появляться негатив про вас. И даже там нужно его убирать. Даже если вы находитесь в Украине, где он забанен. Но неважно, вы можете его проигнорировать, конечно. Но я бы обратил внимание, конечно же, на Facebook, свою же собственную площадку. Я думаю, вы ее точно не пропустите. Ну и вот этот весь список. Все, что ниже, конечно же, нужно тоже следить за отзывами. Но именно здесь нужно тщательно следить за каждым отзывом, который появляется. Я думаю, руководство Помодоро посмотрит этот ролик, и им будет это очень интересно узнать. Итак, как вы видите, все довольно просто. Не требует никаких сложных манипуляций. И для того, чтобы реагировать на негатив, не требуется ничего подобного там делать. А теперь мы разберем в нашем следующем уроке, не знаю, какой он уже по счету, подскажите, если я ошибся, в комментариях, по-моему, шестой, что не надо делать при управлении репутацией. Я чуть-чуть ранее останавливался о таких вещах, как накрутка отзывов. Что это такое? Давайте разберем, что это такое, и я потом выскажу свое мнение. Накрутка отзывов – это когда вы переходите на площадки типа VMail.ru, там ВК-коммент или Q-комменты площадки, либо подобные им. Ссылочку я не буду оставлять в описании, я оставлю ссылочку на статью Анатолия, где он рассказывал про это более детально, как люди зарабатывают на накрутке отзывов. Оставляют заявочки на таких площадках, ищут исполнителей, и они оставляют комментарии. Следует знать, что еще есть такие ребята, как краудмаркетологи. Что они делают? Краудмаркетологи сидят на форумах. Краудмаркетологи сидят на тех площадках, где их, условно говоря, не могут удалить. Они создают себе свой собственный бренд, свои имена, раскручивают свои аккаунты. И, конечно же, они могут заходить на форумы, где кто-то что-то спрашивает, и оставлять ссылочку с рекомендацией «покупал там». Трюк простой, работает на неискушенном пользователе. Он думает: ух ты, значит рекомендую, значит хорошо, и куплю. Парень на форуме посоветовал, сказал: обрати внимание, тут неплохо. Брал, все, зашибись, понравилось. Это называется стратегия крауд-маркетинг. Почему? Почему крауд? Потому что если это сделать массово на множестве форумов, рано или поздно люди будут находить упоминания в сети, такие: о, наверное, хорошая фирма, буду брать. В условиях отсутствия репутации, в принципе, простейший трюк для того, чтобы на тебя обратили внимание. Иногда даже крауд-маркетологи используют другие трюки, когда ссылку оставить нельзя. Они просто пишут название бренда. То есть заказывал там, понравилось. В чем, как говорится, плюс такого метода? В целом может сработать. Ну, действительно может сработать. В вашей нише может даже вполне сработать. Более того, если осмысленный комментарий отвечен на предыдущему оратору по теме, и, как говорится, крауд вставлен не означает, то очень даже сработает. Ну, люди доверчивы. Какой крауд точно не сработает? Написанный в стиле «мне все понравилось, рекомендую, ля-ля-ля, тра-ля-ля». Раз. Это мертвый способ. Его могут даже удалить, там, ссылку закрыть от индексации, пользователя забанить. Ну, если тут деньги, не забанят. Второй крауд, который не работает. Если вы за такой крауд платите деньги, не заказывайте его больше. Лучше займитесь SEO и тем, что я рассказывал до этого. Это когда вас публикуют на площадках, где вы видите ссылочки, где только пост с ссылкой, второй пост с ссылкой, третий пост с ссылкой, четвертый пост с ссылкой. И все ссылки однотипные. Покупал там, и там вы видите один сайт, потом сайт на другой, потом сайт на третий. Иногда один и тот же пользователь может в одной и той же ветке оставить ссылочки на разные сайты по одной и той же теме, когда он делал двух разных клиентов. Такое тоже бывает. Если вы такой покупали крауд до этого, напишите в комментариях, хочется узнать, действительно, ну, попадались ли вам такие исполнители. На самом деле, такой крауд работает только для замыливания глаз работодателю, ну, заказчику. Он не работает на самом деле. Это просто для того, чтобы создать пустоту в отчете, чтобы получить зарплату, там, не знаю, сделать какую-то видимость работы. Реально, потратьте деньги на хорошую статью, потратьте деньги на хорошую ссылку. Лучше на это потратьте деньги, чем вот на этот мусор. Он не работает. Он не работает как на потребителя, потому что он на такую площадку даже не зайдет. Померяйте ее трафик.
Реально, померите трафик этой страницы. Даже не самой площадки, а самой страницы. Сколько людей на эту страницу забегало. А во-вторых, просто посмотрите на эти аккаунты. Где они постят, кто они такие, когда они созданы. Дата создания аккаунта. Сколько он постов полезных написал. Сколько у него там подписчиков, там комментариев в ветке. Обратите внимание на эти вещи тоже. То есть такие комментарии не работают ни для одних, ни для других, ни для клиентов, ни для заказчиков. Заказчику они только, ну, забирают его деньги. Итак, мое мнение о краудмаркетинге. Да, это хороший метод для взаимодействия с аудиторией. Да, его нужно делать совсем по-другому. Сейчас мы пробовали классную стратегию по краудмаркетингу, когда мы собираем найденные информационные комментарии, где можно ответить. Я даю какие-то, ну, осмысленные ответы, допустим, на все заданные вопросы. И у меня есть человек, который пишет вежливые письма, ну, конечно же, с ответами, которые я дал. Потому что я отвечаю тезисно, то есть, а тут то-то-то, ответь, пожалуйста. И человек заходит и пишет красивые, большие, развернутые ответы, включая те тезисы, которые я и передал. Это моей сотруднице. Такой крауд работает. Без шуток, он реально работает, он мне приносит даже продажи. То есть люди сидят на специализированных форумах, натыкаются на мои ответы и действительно видят, что да, ответили по делу. Мы крауд проводим не только на форумах, кстати, тоже очень важно, а на других площадках. Например, самый эффективный вид крауда, это когда вы отвечаете от имени страницы на каких-то закрытых, ну, на каких-то пабликах, на каких-то группах. Вы просто можете отвечать. Просто по теме, не пиаря, не ставя ссылку, ничего. Вы просто отвечаете на вопросы аудитории. Они видят пользователя, кликают и смотрят, кто это такой. Можно делать это от имени страницы Facebook. Можно это делать от вашего аккаунта Twitter. Очень неплохо помогает. В Инстаграме можно это делать от имени вашего аккаунта, если находить соответствующие посты и комментировать их. Ну и, конечно же, YouTube. Если вы создали себе хороший бизнес-аккаунт. Да, создавайте всегда бизнес-аккаунт. Если вас интересует это, я расскажу об этом в следующем видео. Напишите в комментариях, если вас интересует, или лайк поставьте. Чем больше лайков, тем, соответственно, я сниму следующее видео. Чем отличается обычный YouTube-канал от бизнес-канала, и как надо правильно создать бизнес-канал, чтобы он продвигался. У нас, кстати, бизнес-канал YouTube, если что. Итак, если вы знаете, да, в YouTube можно тоже отвечать от имени вашего аккаунта. Не от имени там Вася Пупкин, а от имени другого аккаунта, которым вы ведете, если вы переключитесь на него в соответствующем меню. Такой крауд безумно работает. То есть однозначно нужно таким видом крауд-маркетинга пользоваться. Я думаю, посвящу этому тоже отдельное видео, как надо делать правильный крауд-маркетинг. По поводу форумов, я еще раз говорю, не старайтесь всунуть ссылку, постарайтесь просто рассказать, ответив на вопрос. Но делайте это от имени вашей организации, вашего аккаунта. То есть аккаунт ваш должен четко говорить, это такая-то организация ответила вам на вопрос. Такой-то комментатор на дискассе вам ответил на ваш вопрос. Комменты в дискассе тоже работают, поэтому тоже ним нужно активно пользоваться. Форумный краудмаркетинг, который до сих пор еще пытаются кому-то продать, не работает. Не заказывайте его, не тратьте на него деньги. Поэтому сосредоточьте работу по созданию репутации в сети вот этим простым методом, что я сейчас рассказал. Это простой мой шестой урок, где вы просто используете соцсети, аккаунты соцсетей для того, чтобы искать площадки и отвечать на них вопросы. Даже если вы используете форумы, вы стараетесь просто отвечать на вопросы, создавая видимость своего присутствия в сети. Это колоссально работает, потому что если вы работаете в очень узкой нише, допустим, в B2B сегменте, то обычно площадок таких немного, и повзаимодействовать с аудиторией выходит гораздо легче. Если же у вас B2C сегмент, то работы придется, конечно, побольше сделать, но ее тоже нужно сделать. Следует помнить, это самый вид дешевых пиар-материалов, за которые практически не нужно платить ни копейки. Итак, в завершении я дам короткие инструкции, ликбез вашему сотруднику, которого вы взяли для этих целей, либо, там, не знаю, наняли все-таки агентство, решились для этих целей нанимать агентство. Какие действия нужно делать в сети? Если же про вас есть положительная репутация, на нее нужно всегда отвечать благодарностью. Отвечайте всегда благодарностью, поблагодарите их за полезный отзыв. Если такая ситуация возникла, да, то есть видите, что у нас появляются положительные отзывы, отвечайте на них, благодарите. Если появляются комментарии на сайте, где угодно, на прайс-агрегаторах, на справочниках, даже банально на этих сервисах отзывиков, то есть везде благодарите, на любой положительный отзыв. Это правильно, благодарить нужно. Более того, вы помните этот трюк, что если отзывы обновляются, они лучше ранжируются.
Второй момент, если про вас нет репутации, то есть если про вас нейтральная репутация, если положительные и отрицательные отзывы, поровну, как говорится, то что нужно в этой ситуации делать? Конечно же, нужно отвечать на нейтральные отзывы, там, спасибо, уточните, там, что бы вы хотели улучшить в нашей компании, мотивируйте на дискуссию. То есть, если там, типа, там написан отзыв более, так, менее, там, слишком коротко, просто смотивируйте пользователя ответить на, расширить ваш ответ. То есть, задайте ему вопрос, пускай он даст более расширенный комментарий. Если же отзывы про вас негативные, постарайтесь с ними бороться официальными методами. В первую очередь, как я писал, рассказывал в предыдущем уроке, постарайтесь написать официальный ответ. Смотивируйте пользователя удалить отзыв после решения проблемы. Если же пользователь не выходит на связь, сделайте юридически все, чтобы отзыв был удален, что этот пользователь не существует, не отвечает на комментарии. Постарайтесь сделать это именно этим методом. И если отзывов про вас нет, само собой, постарайтесь смотивировать аудиторию написать отзыв о вас. То есть, если он захочет, там, ему что-то понравилось, вашему клиенту, дайте ему именно эту площадку, скажите, оставьте вот отзыв на этой площадочке. И я думаю, что первый же положительный отзыв на ней, это будет прекрасным стартом для последующего развития этой площадки для вас. Хотел еще добавить, что 30% плохих отзывов можно поменять на положительные, если вы постарайтесь решить проблему вашего покупателя, все-таки сконтактируйте с ним, пообщайтесь, и статистика говорит сама за себя, что вы можете просто отрицательные отзывы сделать положительными. И сегодня именно важно иметь максимальное большое количество положительных отзывов, и не концентрируйтесь внимание, если у вас есть какие-то там плохие отзывы, потому что на самом-то деле по статистике, что покупатели чаще покупают в компаниях, которые имеют отзывы от 4 до 4,5, то есть когда уже выше 4,5, здесь уже возникает вопрос, не накручены ли эти отзывы, то есть в принципе у любого бизнеса у него будут какие-то хейтеры, какие-то там отрицательные отзывы, но это в принципе не самое важное, максимально улучшайте сервис, делайте все, что зависит от вас, ни в коем случае никогда не накручивайте отзывы, потому что эти все накрутки это давно не работает, делайте максимально честно, прозрачно, и тот максимальный балл, который вы получите, желательно, чтобы он был просто в категории от 4 до 4,5 по 5-бальной системе. На этом, собственно, все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Задавайте, кстати, если возникли вопросы по поводу моего гайда, вопросы в комментариях. Я на них, кстати, отвечаю всегда. Следует помнить, что у нас есть телеграм-канал. Кого заинтересовал скрипт, которым я пользовался, обязательно не забудьте мне написать. Ну и не забываем, что у нас есть подкасты, мы развлекаем вас и обучаем каждый день. Следите за ними обязательно. У нас их уже очень много вышло, уже скоро под сотню будет. И до новых встреч!